Брат, история. Исключительные авторские права на радиопрограмму принадлежат ООО «РУ-ФМ», учредителю и вещателю радиоканала «Радио говорит Москва» и защищены законом. В эфире программа «Виват История» из Санкт-Петербурга. В студии автор и ведущий программы историк Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. В студии также Александр Ромашов в качестве задающей вопросы. В конце программы традиционно у нас рубрика наша ответов на ваши вопросы исторические. Сразу напомню наш электронный адрес, потому что пока вы слушаете программу, может быть, у вас тоже какие-то вопросы или идеи будут возникать. Сергей с удовольствием их прочитает, рассмотрит. Ну а сегодня у нас историческая персона, император Александр II. Название сегодняшней программы «Утраченный шанс. Государственная реформа Александра II». Ну, в частности, отмена крепостного права, другие реформы. 60-70-е годы 19 века. Почему утраченный шанс? Потому что, наверное, скажем так, для монархии, для династии Романовых и для нашей страны был шанс, скажем так, не пойти через революцию, через кровь, чтобы изменить какую-то ситуацию в стране. Итак, Саш, действительно, отмена крепостного права и другие реформы, они знаменитые, великие реформы, великий реформатор Александр II. Кстати, какая была такая кличка, прозвище Александра II? Освободитель. Конечно, Александр II освободитель. Он освободил крестьян, с одной стороны, а с другой стороны, болгар от турок. Но, в принципе, если слышать сейчас то, что сказал премьер-министр Болгарии, да, то, что освободили непонятно кто, вот, то даже странно, не хочется об этом говорить. Хорошо, мы поговорим сегодня только об отмене крепостного права. Итак, Саша, скажи мне, пожалуйста, что такое реформа вообще? Как ты понимаешь этот термин? Ну, это изменение к чему-то, я не знаю, насколько там... Изменение что-то, строя, реформы, да, и прочее. Хорошо, чем реформы, Саша? Изменения, это же реформы, да? Что реформа отличается от революции. Ведь революция тоже изменение. Революция более резкими методами осуществляется, насильственными, радикальными. Да. Да, реформы, наверное, планируется более плавно проводить. Правда, может быть, не всегда это получается. Не всегда получается. Саш, ну давай так, медицинские термины, да? Реформа – это терапия, извините, революция – это хирургия. То есть, если, Саша, у тебя болит рука, мы можем помазать. Не надо про мою руку. Хорошо, если у кого-то там, да, вот, болит рука, мы ее можем помазать какой-то мазью, да, и она перестанет болеть. Или мы можем отрезать руку, тогда она, в принципе, вообще болеть не будет. То есть, и так мы приведем к результату, рука больше не болит, да. Но, наверное, терапия все-таки лучше, чем хирургия. Хотя, знаете, там, резать к чертовой матери, да, не дожидаясь перитонита, да-да-да, абсолютно верно. А вот, итак, ну, нормально жили Романовы, тихо, спокойно, крепостное право было 1649 года. В принципе, были какие-то проблемы и другие, почему же именно Александр II после каких событий провел эти самые реформы? Что произошло у нас в 1653-56 году? Крымская война, Саша. Крымская война, ну, это называется анонс так, потому что центральный театр военных действий был Крым, оборона Севастополя, севастопольские рассказы, помните, Льва Николаевича Толстого, да? А вот, на самом деле, это была, наверное, Первая мировая война, ну, одна из войн, когда Европа воюет против России, практически в полном составе. При Наполеоне так было, Ливонские войны, смута, наверное, тоже можно назвать такие же вещи. Так вот, Крымская война – это один из театров военных действий. На самом деле, также происходили на Соловках, Белом море, да, в районе Сябрха, Хельсинки, англичане пытались бомбить, в Кронштадте, на Камчатке, адмирал Завойко там держал и не пускал в Вачинскую бухту английский десант, да, вот, Одессу бомбили. Конечно, на Кавказе был театр военных действий, и, конечно, на Дунае, в Балканах. То есть громадное количество. И эту войну мы проиграли. И надо понимать, дорогие друзья, ну что, скажете, вы подумали, проиграли? Потеряли там ерунду какую-то. Остров Змеиный, который не может Украина сейчас поделить с Румынией, да? И устье реки Дунай. Все. Ну да еще там Севастополь перестал быть военно-морской базой. Это как бы смешно. Правда же, великая страна, какие тут вещи. А ситуация была другой. Мы, Саша, не проигрывали войн практически с 1633 года. То есть практически 220 лет
9 поколений русских людей были поколения людей-победителей. Это не случайно, это нужно, это, понимаете, да, психологически. Мы могли проиграть сражение, могли проиграть часть войны, а что-то еще, но в конце концов мы все равно выигрывали. Или в худшем случае это заканчивалось ничью, как бы ни вашим, ни нашим. А тут действительно, как ушат холодной воды. Саш, почему мы проиграли войну? Что, русские генералы стали туповаты, а русский солдат менее патриотичен? Технически мы стали проигрывать. Потому что в 30-е и 40-е годы 19 века, дорогие друзья, в Европе произошел промышленный переворот. Появляются паровозы, появляются там разные металлургические печи, техника определенная и прочее, прочее, прочее. У нас это не могло произойти. Не могло произойти не потому, что мы тупые, да, или какие-то еще, а не могло произойти потому, что у нас было крепостное право. А, извините, капиталистический переворот, буржуазия, развитие капитализма в России невозможно без рынка свободной рабочей силы. Ведь крепостное право как раз и не давало этот рынок, потому что каждый человек, каждый крестьянин кому-то принадлежал. Саш, как библиотекарю, скажи мне, пожалуйста, а какая последняя фраза была у Левши, когда вот он умирал? «Передайте в Петербург, что англичане кирпичом дуло не чистят». Это о чем? Ну, помните такую фразу? Да. А, ведь Левша был на английских оружейных заводах, да? Вот, и видел их винтовки, да? А у них, это, извините, ружья, да? А у них ружья уже стали с винтом внутри. То есть винтовка, то есть пуля летит не просто так, а она вращаясь и летит с большей скоростью и точно попадает в цель, более точно. Он это увидел. А у нас кирпичом чистили, потому что не было, у нас не было технически, не было возможности сделать этот ободок внутри. А англичане уже это могли делать. Это английские винтовки штуцера, Саш. Они били на 300 шагов, а наши ружья били только на 100. То есть, понимаете, да? У врага было 200-250 метров или 15-30 секунд, ну там сколько там секунд времени, да, чтобы перезаружить, чтобы иметь какую-то, скажем, какой-то плюс, да, какую-то льготу, да. В России был парусный флот, а у англичан и французов паровой. И поэтому Нахимов приказал потопить наш флот там, в Ахтиярской бухте Севастополя, да, где там сейчас колонна знаменитая, да, и прочее. Ужасно, кто-то его считал предателем, а он, наоборот, сохранил русских матросов, русские жизни, да. Они выложили из кораблей, они взяли пушки, порох, продовольствие. Благодаря этому удалось оборонить город в течение года. И так далее, и тому подобное. В общем, мы проиграли. Проиграли, и Николай I как раз умирает в это время. Последняя фраза была «Я сдаю тебе Россию, Александр II», он говорил своему сыну, да, в плохом состоянии, прости меня. И вот он умер. И Александр понимает, что перемены необходимы. Саш, ну опять-таки, как библиотекарь, да? Отцы и дети Тургенева. Вот Кирсанов и Базаров едут в Кирсановку, да, отдохнуть и прочее, прочее. И вот они подъезжают к дому, и Аркадий Кирсанов смотрит в окно. Какую он фразу говорит? Он говорит, да, перемены необходимы. Это был 1858 год, через 2 года после войны. То есть все прекрасно понимали, что надо что-то менять. Тургенев, ну, как все, как поэт в России больше, чем поэт, русский писатель, и особенно поэты, они чувствуют то, что не чувствуют другие. Может, они даже не понимают, что происходит, да? Ну, вот как Мендельштам, например, да? Пророческий, великий поэт, да? Но как человек, его спросят, а что ты написал, он тоже мог потом не объяснить определенно. Так или иначе, все понимали, перемены необходимы, нужно отменить крепостное право. Оно является тормозом для нашей страны. Но у крепостного права было много плюсов. Например, Саш, первый плюс, наверное, такой, что не было голода, потому что помещик обязан был кормить своих крестьян во время плохих каких-то вещей. Помните, Собакевич говорит о Плюшкине? Это тоже из русской литературы, что у Плюшкина люди как мухи мрут. Не потому что Собакевич так любил русских крестьян, он не мог себе позволить. Почему это я в голодные годы кормлю крестьян, а этот Плюшкин не может это делать, отказывается, да? Так или иначе, да, в голодные годы крестьянин кормил. Если крестьянин становился пенсионером, ну, по возрасту или по инвалидности не мог, за него тоже как бы отвечал помещик, ну, там через мир, да, через людей, которые кормили его и так далее и тому подобное. Поэтому крестьяне жили достаточно хорошо.
У них был большой надел земли, которой им хватало, да, для того, чтобы нормально жить. Николай I, его ошибка какая? Великий был правитель, но ошибка у него была в том, что он хотел улучшить крепостное право, а не отменить. И за это время реформы Киселева, такая, да, такой был политический деятель, крестьянам запрещено продавать в Сибирь, продавать их без земли, уничтожать их семьи там. Крестьяне могли жаловаться государству и царю на произвол помещиков. То есть в это время это была самая тихая, самая сытная, самая спокойная жизнь для русского крестьянства. Вообще за всю нашу историю, дорогие друзья, наверное, спокойно русский крестьянин жил при Николае I во время новой экономической политики и, наверное, сейчас. Вот, наверное, вот как бы три времени, да, когда что-то там есть, какие-то положительные моменты. Все остальное время русскому крестьянину жилось не очень хорошо. Он по-разному на это отвечал и реагировал. Так или иначе, надо было это делать. Вот, Александр... Ну, а почему же надо-то? А потому что все, жареный петух прокричал, извините, да? Он уже сказал свое и клюнул куда надо. Все, уже сколько можно было отодвигать это? Мы уже проигрывали, мы перестали быть великой державой, да? Нас уже бьют и англичане, и французы, и кто там еще был, да? Чтобы вернуть себе статус великой державы, надо было перейти на рельсы капитализма. Без отмены крепостного права это было просто невозможно. Вот это уже было ясно всем. Еще раз, перемены необходимы. Даже Кирсановым это тоже было понятно. Итак, Александр II не был сторонником, не был там демократом, каким-то либералом, хотя его воспитывал Жуковский, там многие другие люди. Но он понимал, что это время такое, которое требует от него этих самых реформ. Самому проводить реформы, это, возможно, будет какая-то революция недовольства. Поэтому, что он сделал? В 56-м году, во время коронации, когда он был в Москве, он встречался с московскими дворянами, да, и он сказал им такую знаменитую фразу: «Если вы не отмените крепостное право сверху, крестьяне его отменят снизу», да? И это было понятно, и он предложил помещикам самим разработать отмену крепостного права. А человеком, который отвечал за всю эту реформу, человеком, который должен был эти идеи как-то переработать в текст, да, был Яков Ростовцев. Яков Ростовцев, Саша, очень интересный человек, он был декабристом. Но в ночь на 14 декабря он пришел в Зимний дворец, встретился с будущим императором Николаем I и сказал... Да, что завтра декабристы уступают, и план такой-то. Он не был, Саша, стукачом и предателем в нашем плане. Он просто не хотел крови. Он считал, что они должны договориться. Не договорились. Это уже другой вопрос. Декабристы были отправлены в Сибирь, он остался, сделал карьеру. Вот им поручил как раз император. Яков Ростовцев не хотел крестьянам, какой главный вопрос для крестьян? Земля. Он не хотел им отдавать землю. Он считал, что они просто будут освобождены, как в Германии. Да, или в Прибалтике, как это было, да, без земли. Делать, что хотите, да. Но у него был сын, который заболел в то время туберкулезом чахоткой. Болезнь трудно лечилась и тогда, и сейчас. Ну, тогда практически невозможно. И вот любимый сын на смертном одре взял у Якова Ростовцева клятву, что папа сделает так, чтобы крестьяне получили землю. И он поклялся на Библии перед ним и так далее и тому подобное. И после смерти своего сына он действительно вставил вопросы о земле в этот самый манифест. Он его написал, отдал Александру II, и буквально там за полгода до того, как император должен подписать, он умер. И вот Александр II утверждает этот манифест 19 февраля 1861 года. Ну, давайте поговорим немножко, какие теперь стали крестьяне, чтобы было понятно, что это, о чем этот манифест. Чего они лишились? Ничего получили. И что получили? Конечно. Кроме свободы? Личную свободу. Это, наверное, главное такое, да, это абсолютно бесплатно, да, с ней что делать, непонятно, да. Если можешь что-то делать со свободой, хорошо. Умели ли русские крестьяне что-то делать со свободой? Нет, конечно. Извините, их там 220 лет, а за них думали кто-то другие. И они привыкли, да, уже абсолютно не думать, не анализировать и так далее. Как сказал Герцен, свобода как бритва. Ей можно перерезать себе горло, а можно побриться. Наши крестьяне перерезали себе горло. Так же, когда в 1991 году нам была дана свобода после коммунистов, как бы, да? Как мы помним, в 90-е годы, думаю, что тоже 80% населения перерезало себе горло. Они не знают, что было делать, да? Особенно где-то в провинции и так далее. Все это было очень трагически, ужасно, да? Ну, дали им ваучер.
Еще раз, мы не знали, что делать с этой свободой. Мы не знали, что это такое ваучер. Вообще никто не знал, понимаете, да? Действительно, что свободой там, да? Что еще такого они получили? Они теперь могли менять сословия. То есть, если раньше крестьянин работал на заводе, а он все равно был крепостным крестьянином помещика такого-то, да? А теперь, если крестьянин торгует, он купец. Если крестьянин работает на заводе, он теперь рабочий. Ну и так далее и тому подобное. Это важно. И третье, крестьяне становились юридическими лицами, да? Вот дали это крестьянину, да, теперь вы можете подписывать. Ну, во-первых, они все неграмотные. Крестик ставить, да, а зачем, да? Обманут. Притом, извините, я могу сказать, что до такой степени по-идиотски был написан манифест, что его читаешь и думаешь, о чем это он? И снова, вот я когда читал манифест, да, почитайте его, он не для среднего человека. Там такие обороты и так далее и тому подобное. Кстати, Чернышевский... За что его, кстати, посадили, отправили в Якутию, а, Саш? Ну, не за написание романа «Что делать». Его арестовали раньше, чем он написал роман, да? Он за написание листовки, которую он написал, название было такое «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». То есть он, Чернышевский, думал, что именно такими словосочетаниями говорит русский народ. А, так вот, действительно, ничего не поняли крестьяне. Когда им объяснили, там начался бунт. Итак, что крестьянам еще раз, дорогие друзья, было самое главное? Это земля. Они получили по 6 десятин на каждого мужчину. В каком известном произведении как раз говорится о том, что крестьяне получили по 6 десятин на человека, на мужчину? Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел. Был сильный мороз. Саша, а что отца-то? Большая семья? Угу. А мужичок с ноготок отвечает. Семья-то большая, да два человека. Всего мужиков-то, отец мой да я. То есть девочки в счет не шли. Да, только землю давали мужчинам. Да. Кстати, это стихотворение подписано Некрасовым 1862 годом. Угу. Понятно, да? Сколько нового интересного мы узнаем, слушая нашу передачу. Какая у нас, конечно, литература интересная. Да. Вот. Правильно сказал Лев Толстой. Литература – зеркало русской жизни. 100%. Что такое 6 десятин, Саша? Тоже такой вопрос спорный. А сколько это, кстати? Отлично. Если я тебе скажу, что 6 десятин – это 7 гектаров, тебе как-то это, вот ты понимаешь? Легче не стало. Ладно, Саша. 6 соток. Ты своей жизни видела? Конечно. Отлично. Так вот, в 6 десятин ходит 213 участков по 6 соток. Ну, кажется, много. Это очень... Да, но это прилично, дорогие друзья, да? Сколько же можно картошки-то, да? Поколение наших родителей 6 соток собирали картошку на всю зиму, как говорится, да? Кроме там разных да там, и сейчас огурцов, продолжают. Помидоров. Ну, вы знаете, я думаю, что если собрать картошку, которую там, и привезти ее в город, сколько же это денег надо? На бензин, на... Ну, это да, конечно. Ну вот, то есть это такие минусы все-таки есть какие-то. Ну да, кто-то продолжает, на самом деле здорово. Так вот, но 6 десятин – это тоже как бы такой спорный вопрос, потому что в 6 десятин входило не только пахота, но еще что-то. Без чего крестьянину, без какой земли еще, Саша, не прожить в деревне, кроме пахоты? Скотину где разводить? Конечно, луга нужны, на которой пастбище, на которой скотинка, да, там. Да. Хорошо. А еще лес нужен, Саша. Лес тоже. Ну без России-то в лесу невозможно без дров, без не строить дома, собирательство, опять-таки грибы там и прочие вещи. Понимаете, да? То есть в 6 десятин входило не только пахота, но еще пастбище, еще часть леса, дальше огород вокруг дома, сам дом. И еще главное такое, да, это дорога. Ну, потому что без всего этого в сумме не прожить сейчас в деревне. Вот так или иначе. То есть получалось на самом деле, а там же еще пар был такой, Саша. Пар это когда... Да, земля под паром. Да-да, отдыхает, да? Да. То есть на самом деле крестьяне могли собрать урожай только с пол десятины. Но это все равно было много, в принципе, да? А вот, ну, крестьяне были недовольны. Чем же они были недовольны? Во-первых, они за эту землю платили. Им земля передавалась от помещика, но они должны за нее заплатить. Арендная плата. Это не арендная плата, это, ну, скажем, плата за то, чтобы земля... Это одна собственность, и от помещика перешла в собственность крестьянам. Угу. Вот, ну, сейчас объясню еще, да? Угу. Понимаете, психология, Саш. Крестьяне жили на этой земле там 8-10 поколений, там, возможно, там 5 веков, 6 веков. Ну, где как, да? И они считали, что земля – это вот от Бога. Когда индейцы продали голландцам остров Манхэттен,
да, где сейчас Нью-Йорк, они его продали за два ружья, за две бутылки огненной воды и бусики для стеклянные, да, стеклярус, для жены вождя. И индейцы считали, эти европейцы, эти беднолицые идиоты. Как вообще можно продать или купить солнце, воздух, океан, землю? Они считали это вне экономических, вне бизнеса. Помещики и власть считала по-другому. Голландцы считали так же. И вот, и оказывается, крестьяне должны еще за эту землю заплатить. Мы же на ней столько поколений пота там, да, сколько там, там и прочее, были не согласны. Притом, смотрите, дорогие друзья, если бы гипотетически крестьяне пошли бы на земельную биржу, там, где продается земля, да, определенная, то они бы 6 десятин этих купили бы, ну, скажем так, за 1 рубль, за X, да? А вот, но государство им продавало землю за 2x. То есть цена, за которую должны были заплатить крестьяне помещикам, была в 2 раза дороже, чем рыночная. Дальше. У них денег не было, поэтому им сказали, за 45 лет они должны были выплатить выкупной платеж. И вот они выплатили 3x, то есть 3 раза больше, но заплатили только 70% цены. То есть крестьяне были недовольны, что государство на этом еще поимело. Притом надо еще сказать, что помещики последние годы, они тоже как бы страдали от крепостного права. То есть они все практически закладывали свои имения государству. Поэтому где-то 40% государство могло подарить. Оно же принадлежало им. Но оно все равно потребовало денег. Вот. Ну и последнее. Земля принадлежала не крестьянам, а общине. То есть всему люду, который там обрабатывал. Вот почему крестьяне были недовольны. Смотрите, в чем крестьяне были недовольны, что земля принадлежала общине, а не было частной собственности на землю. Например, я хороший крестьянин, я хочу вылезти из этого болота, да? А вот я хочу, чтобы мои дети жили достойно, поэтому я с утра до ночи на своем участке земли, я его улучшаю там, да, осушаю там, наоборот, какие-то вещи, да, работаю, не покладая рук, а рядом сосед алкоголик. Такие вещи у нас часто бывают. Его участок давно в лопухах. Единственное, что он сделал такого интересного в своей жизни, кроме что выпил, да, и жену бьет, он еще нарожал 6 детей. Так вот, дорогие друзья, у меня нет никакой гарантии, что в следующем году мой участок земли не придет ему, а потому что, например, сын старост. Ну, примерно так говорю, да? Поэтому, как бы, улучшать свой участок у меня нет никакой заинтересованности, потому что мой участок могут в следующем году отобрать и передать другому. Дальше, Саша, давайте представим, вы помещица. У вас есть имение, и вам говорит государство, вы должны 20% земли отдать крестьянину. Какую землю вы даете, хорошую или плохую? Конечно, похуже. Конечно, Саша, 100%. Да, поэтому еще у крестьян ухудшилась сама земля. Если раньше им давали землю, где была хорошая, то теперь суглинок какой-то, песчаник, солончак, болото или еще что-то. И, конечно, крестьяне были недовольны. И еще крестьяне были недовольны тем, что остается помещик в деревне. Как бы они его не любили, как Блок бы не строил бы библиотеки в своем селе Шахматово, да, крестьяне их ненавидели. Что доказали в 5-м году и в 17-м году, когда все сожгли их имение и так далее и тому подобное. А помещик оставался, потому что крестьянину было не прожить, надо шапку, как говорили, деревне ломать, да, перед ним. Барин, возьми меня на работу, да. То есть они продолжали принадлежать помещику. Знаете, вот большевики, ну, марксисты, да, в советское время, в советской историографии говорили, что революционная ситуация в стране была перед 61-м годом, что вот революция назревала, и царский режим спустил пар, как говорится, да? Историки не находят на самом деле того, что была революционная ситуация перед отменой крепостного права. Но то, что она стала после отмены крепостного права, это 100%. Крестьяне считали, что их обманули. Да? Начались стихийные бунты в некоторых местах. Да? Например, самое известное, наверное, это в селе Бездна под Казанью. Там, дорогие друзья, произошло еще одно интересное событие в нашей истории. Впервые крестьяне, которые выступали против государства, выступили с красным флагом. То есть впервые красный флаг как символ революции, символ борьбы с самодержавием появляется после отмены крепостного права в селе Бездна Казанской губернии. Я не знаю, почему татары вышли с красным флагом, с кумачом, да? Им, наверное, было проще с зеленым выйти. Да, но так или иначе, это факт. Это факт.
и крестьяне стали, скажем так, не очень хорошо относиться к государству. Они считали, что их обманули. Разные там помещики, кто-то еще и так далее, и тому подобное. В это время начинается у нас, как сказал Владимир Ильич Ленин, спорно сказал, он сказал, второй этап революционно-освободительного движения разночинный. Появляются народовольцы, появляется Чернышевский, твой любимый Герцен и многие другие. Да, и многие другие. Неужели в России все реформы обречены вот на такие вещи, которые происходили тогда? Понимаете, недоделанность реформ. Вот, наверное, главный бич. Неумение доводить до конца? Да. Практически все реформы недоделанные. Вот это я даже свою черту узнаю в этом. Отлично, да? Государство у него маленькое, развернуться негде, да, Саша? Да. Я понимаю, да. Действительно, у нас как раз, у нас даже есть такая поговорка: коней на переправе не меняют. Почему она появилась? Видимо, потому что меняют. Видимо, потому что, да, вот на середине, вместо того, чтобы дойти до другого берега, мы или стоим как идиоты, или поворачиваем назад. Или нас просто смывает вся эта вещь. Да, такая наша черта. Еще пошло такое противление мощное, как я поняла. Ну, скажем так, да, появляется, да, больше недовольных, чем это были. Еще раз, дорогие друзья, для меня реформа положительная. Все эти минусы, которые мы сейчас указали, все эти глупости, которые были, да, не существовали. Но самое главное, Саша, человек стал свободным. Он стал хозяином себя. Он сам мог выбирать. Да, Саша? Вижу твое, скажем так, критическое отношение, критический взгляд на этот вопрос. Да, конечно, многие выбрали алкоголь, многие выбрали, там, я не знаю, разбой, многие еще какие-то вещи выбрали такие, да, которые не нужно было выбирать, но все равно для кого-то появился шанс самому сделать свою судьбу. И если мы говорим про наших через 20-30 лет появившихся миллионеров, да, из крепостных, то, наверное, это Смирнов. Ну, водочный король там, да, Найденов, Мамонтов, да, и многие другие люди, которые, скажем так, вышли, да, из грязи в князи, для них этот шанс они использовали. Не все использовали, но многие. Это действительно был шанс. И еще раз, государство больше за тебя не отвечает, теперь сам по себе. Но чтобы, как правильно сказал Чехов, выдавить из себя окончательно раба, нужно время, да, и понимание, что ты раб. Да, вот Чехов себя выдавливал раба. Он это понимал и это делал, но 90% сейчас этого не понимают. То есть мы до сих пор выдавливаем? Да, у нас многое, ну, исторически осталось, да, много чего-то от нашей той истории. Ты или какой-то ситуации. Ты думаешь, крепостного права? Да, какая разница? Саш, ну, еще раз, колхозы – это то же самое крепостное право через какое-то время. Или там прописка. Угу. Это же тоже, как бы, да, государство тебя заставляет жить в каком-то определенном месте, а не где ты хочешь там, понимаете? Ну, определенные ограничения, да, но с другой стороны, какие-то преимущества, если все это взвешивать, ты начинаешь сомневаться. Саша, если есть у кого-то какие-то преимущества, это не демократия, это не равенство. Понимаете, да? Вот это нужно понимать. Ты какие-то заграничные слова употребляешь. Вот крестьянину 19 века это было не понять. Демократия, равенство. Равноправство. Многие это не понимали, и многим было это не нужно. И сейчас многим не нужно. Зачем, если человек хочет предсказуемости какой-то, постоянства? Ну, кто-то хочет постоянства. Как правило. Еще раз, вот смотрите, Саша. В чем, как бы, свобода, да, по моему мнению, это... Возможно, самому решать, что ты хочешь, постоянство или непостоянство. Это да, да. Вот, этот шанс был дан. А когда всех, да, в какие-то рамки, коммунистические, феодальные, да, или еще какие-то, да, некоторым людям этого мало. Некоторые люди хотят, да, пожить широко и открыто. Ну, как бы сказал Лев Гумилев, не пассионарные части населения. Да, а пассионарные или вот... пассионарные, да, они с удовольствием приняли эту свободу. Или сказка... Калмыцкая сказка, которую взял Пушкин себе за основу. Это сказка о Соколе и Вороне из «Капитанской дочки». Помните, да? Это он у калмыка взял. Лучше сколько-то время питаться, да? Быть свободным, да, чем питаться падалью определенное время. Еще раз, каждый выбирает по себе. Действительно, вы правы, есть пассионарии в любом народе, а есть, скажем, болото тоже в любом народе. И это хорошо и плохо, да? Но в принципе, я считаю, что отмена крепостного права дала нам больше, давала шанс. Другой вопрос, что можно сделать как-то было получше. Ну да, и действительно, если мы говорим про это время, Саша, вот знаете, вот у Варшавского вокзала, если смотреть на него с моста, да, фасадом, да, с левой стороны стоит церковь. Да. Да, эта церковь была построена как раз, значит, целью ее борьба с пьянством.
потому что конец 60-х годов – это полная алкоголизация. Полная. То есть люди сбежали из деревни, потому что им теперь это делать нечего, а в городе их, оказывается, не ждут. Они безграмотные, они ничего не умеют, и поэтому пошел алкоголизм. То есть свободу они восприняли именно так. Самый простой выход из положения. Да, но если опять-таки про литературу, дорогие друзья, наверное, помните, что Белинский, мы в школе учили ответ Белинского на письмо Гоголю, в котором он боролся с Гоголем, говорил, что он плохой и так далее и тому подобное, что он крепостник, и Гоголь, прочитав это письмо, сжег второй том «Мертвых душ». Все это правда, единственное маленькое «но». А что же написал Гоголь Белинскому, что после этого Белинский так взорвался? А Гоголь, находясь в Риме, за границей, знаете, большой видится на расстоянии, извините, дорогие товарищи коммунисты, Ленин тоже апрельские тезисы написал не здесь. Да, он понял всю суть февральской революции, а там, в Швейцарии, или там в пломбированном вагоне, где он там его напридумывал, да, вот, не здесь. А Сталин с Каменевым так и не поняли, что происходит в стране, да, находясь внутри этого самого движения, так или иначе. Так вот, Гоголь написал, что я за отмену крепостного права, дорогие друзья, но перед тем, как освобождать крестьянина, юридически надо его освободить внутренне. Потому что свободный раб хуже всего. Это самый ужасный человек. А Белинский его не понял по-другому. Неистовый Виссарион посчитал, что он против крепостного права. А я считаю, Гоголь-то прав. Да, перед тем, как давать какие-то свободы, ну, во всяком случае, если вы даете что-то, вы сначала научите этим пользоваться. Вот в чем проблема, да? Возможно, поколение, которое сейчас идет, идут другие нашей страны, да? Они уже другие. Ну, они понимают, по крайней мере, преимущества. И это, наверное, хорошо, это правильно. Какие еще реформы были проведены? Потому что отмена крепостного права как бы делает главную реформу. Но чтобы перейти на буржуазные рельсы, нужны еще какие-то... Военная реформа. Военная реформа. И еще раз, какая цель всех этих реформ? Да? Вернуть России статус великой державы, которую мы потеряли во время Крымской войны, Саша. Поэтому военная реформа самая главная, одна из главных, да? В чем она выражалась? Ну, отмена рекрутского набора. Саша, помнишь, что такое рекрутский набор? Да, это, по-моему, из 1001. Служил за всех, да, ну или за 500, да. Угу. А, как бы, да. А теперь всеобщее. Да, это отлично, это профессиональная армия, очень хорошая. Все главные победы при Полтаве, чудо-богатырей Суворова, Кутузова там, да, или там герои обороны Севастополя, они все были из рекрутского набора, 100%. Но у рекрутского набора есть проблема. А проблема такая. Во время войны эту армию увеличить невозможно. Нельзя. Люди непрофессиональные и вообще непонятно что, да? Можно сделать ополчение. Но ополчение у нас всегда топор, пика, да? И пролетарский взгляд в глазах, да? А вот определенный... Ну, такие ополчения были. С новой техникой это просто невозможно. Это просто предательство. Так вот, да, во время Крымской войны наши враги, Франция и Англия, которые перешли уже на всеобщую воинскую повинность, о которой вы правильно, Саша, сказали, они могли себе позволить увеличивать армию. Мы позволить себе армию увеличить не могли. Поэтому всеобщая воинская повинность. Тогда она так называлась. То есть люди теперь служат не всю жизнь, не 25 лет, а 6 лет, там 7 лет. Во флоте там или где-то, да, и за это время они получают новую специальность. И если потом война, они идут уже слушать по специальности. По-моему, это правильно. Дальше, а кто, значит, мог не служить, или как можно было немножко сделать меньше службы, да, если есть образование. То есть, грубо говоря, Саша, не хочешь думать головой, будешь думать ногами. Чем больше у тебя образование, тем меньше годов ты будешь служить, или вообще не будешь служить. Дальше, если ты один кормились в семье, то тебя в армию не забирают. Если твой брат служит в армии, тебя в армию не забирают. Если у тебя кто-то погиб из родственников в армии, тебя в армию не забирают. Если ты член какой-то секты, который не может держать в руках оружие, да, то тебя в армию не забирают. Сейчас вроде такие же законы. У меня есть друг, который работает в одном из военкоматов. Вот, и когда к нему приходят кришнаиты и говорят, что в армию нас не забирают, он им все время цитирует Бхагавад-гиту, в котором написано, что боги воевали, что у них было в руках оружие и так далее. Что значит образованный человек? Да, образованный, да. Действительно, какие-то народы Сибири, Дальнего Востока, тундры там какие-то не служили вообще там, да?
Ну, вот какие-то секты, скопцы, например, тоже не служили вообще в армию, хотели служить, потому что в армии ты получил образование какое-то, а ты имеешь шанс для социального лифта, потому что не все люди хотят быть крестьянами, понимаете, да? Пассионарии есть и среди крестьян и прочее. А армия дает шанс мальчику, мужчине, да, сделать себе карьеру по тем талантам, которые у тебя есть. И таких было очень много. Поручик от Сахи, как называли аристократы таких будущих офицеров, которые дослужились, были в достаточно большом количестве, да? Это и Максим Максимович, и капитан Тушин, и Дубровский, ну и многие другие. Дальше. Появляется генеральный штаб. Страна поделена на округа. Саш, мы живем в западном с тобой военном округе. Еще существует округа. Давай жуткую военную тайну. Ну, для призыва в армию. Правильно, Саша. Округа, у них главная функция, они занимаются призывом мобилизации. Вот их главная функционал и так далее и тому подобное. Дальше появляется паровой флот. Да, появляются железнодорожные войска. Появляется связь. Если, Саша, ты видела фильм или читала Акунина «Турецкий гамбит», там как бы появляются и паровые какие-то машины, появляются уже телеграфисты и так далее и тому подобное. Это тоже большой шаг вперед. А появляется многозарядное оружие. Револьверы, винтовки. Пушки становятся с казенной частью, то есть их заряжают теперь не спереди, а сзади, извините, да? Вот. Это был действительно шаг вперед. И могу сказать, что война за освобождение Болгарии 77-78 года доказала, что реформа была правильна. Автором этой реформы являлся фельдмаршал Милютин. Реформа местного самоуправления. Реформа местного самоуправления – это реформа земская и городская. В деревнях, которые были освобождены от контроля помещиком, надо было кем-то следить за крестьянами. До этого этим занимались помещики. Другая функция этой реформы – теперь дворяне оказались безработные, они стали нищими, им надо где-то подрабатывать. Вот, пожалуйста, для вас земство существует, да, работайте там депутатами и прочее. Выборы были куриальные. Курия – это каждое сословие голосует отдельно и имеет свою квоту. То есть, ну, примерно, чтобы избрать помещика, надо там 10 примерно голосов, 10-100 голосов. Чтобы избрать крестьянина, надо 10 тысяч голосов. Ну, примерно, да, чтобы было большинство у помещиков, у дворян. Почему льгота такая помещикам? Как ты думаешь, Саша? Отвечает земство за образование, за здравоохранение, за культуру. Так почему же? Саш, если ты как хорошо не относишься к крепостным крестьянам или освобожденным крестьянам, да, дать им возглавить здравоохранение, ты пойдешь лечиться к таким? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Они тебя залечат. Или безграмотные люди становятся учителями, ну, понимаете, да, ну, образованием. Да, да, да. То есть люди грамотные в сельской местности, только помещики, больше практически никто. Поэтому им дали, еще раз, не хорошие, не плохие, а второе, это была взятка от государства, чтобы они что-то поимели. Так или иначе, да? Городская реформа, там появляется еще такая должность, как мэр, городской голова. Ну и, в принципе, если мы уже сказали, что в сельской местности большинство было за помещиками, то в городах за буржуазией она тоже стала развиваться. Если мы берем город Санкт-Петербург, именно это время от 70-го года по 17-й, да, у нас появляется электричество, водопровод, канализация, связь, транспорт, трамваи там и многое другое, да? Это все сделало местное самоуправление. Вот. Еще местное самоуправление следило за архитектурным обликом города, да? А про городской регламент или там такого разговора не было. Поэтому такой красивый наш город, то что процентов в центре 50-60 всех домов было построено в этот период. Также были там реформы, еще судебные реформы и просвещение, но об этом, я думаю, поговорим в следующем. А правда, что судебная реформа была настолько прекрасна, что даже к нам ездили из-за границы учиться? Абсолютно верно. Специальная комиссия американского сената приехала в нашу страну и смотрели на суд присяжных. Именно в это время действительно наша реформа, это было интересно. Я думаю, о ней поговорим в следующий раз. Переходим к третьей, заключительной части нашей программы «Виват История». Это традиционные ответы на ваши исторические вопросы, которые вы можете присылать нам по адресу, электронному адресу radio@vivat.mail.ru или ищите нашу группу ВКонтакте, группу программы «Виват История». Ищите меня, Александру Ромашову или Сергея Виватенко ВКонтакте, в Фейсбуке. Ждем ваших исторических вопросов. Артем спрашивает, как вы относитесь к набирающей популярность ДНК генеалогии Анатолия Клёсова? О, Господи,
Ну, на самом деле, наверное, это как бы и есть какой-то в этом резон. Я скажу просто, что она там открывает, да, это все так противоречит, скажем так, нормальной классической науке. С другой стороны, посмотрим, никто еще не сказал, что это неправда. Так что, почему нет? Ну, я вообще имею очень слабое представление, о чем идет речь. Ну, скажем так, сейчас при помощи разных генетических вещей можно говорить о том, откуда этот человек, откуда произошел, где встречается, да. Угу. Конечно, там, например, у финнов 30% это у них лопарские, саамские корни, и где-то еще 60% европейские корни. Да, и где-то 10 вот настоящие финские корни, да, которые отличаются. И вот поэтому финны немножко, скажем так, после того, как у них все это проверили, они немножко смущены. То есть самих финнов там меньшинство. Сергей спрашивает: некоторые эзотерики высказывают мнение, что Санкт-Петербург с его набережными и дворцами был построен гораздо раньше, чем это принято считать. Это подтверждается в частности тем, что якобы не сохранилось никаких чертежей, никаких планов. Что скажешь? Ну, на самом деле, кстати, я сейчас пишу книжку, Саша, «История Петербурга», такой учебник. Mm-hmm. Вот, как раз вопросами подальше? Занимаюсь. Обязательно, если найдешь спонсора, чтобы напечатать. Вот. Но, понимаете, дорогие друзья, действительно, вначале наш город строился без плана абсолютно. Но это, еще раз, ничего не говорит. С другой стороны, есть же такие вещи, которые можно проверить. Например, культурный слой определенного времени. Или дендроанализ, да, по кольцам дерева, да, которые находятся там в летнем саду или еще где-то. Поэтому говорить о том, что он там более древний, там город какой-то гиперборейский, это, конечно, ерунда. Извините, в болотах нормальный человек не живет. Да. Ну, мы же живем. Ну, мы живем, да. Но мы немножко облагородили эту территорию несколько, да. А так, конечно, это не самое лучшее место для выбора житья. Но здесь же жили до этого. Ну, приюты убогих чухонцев, конечно, были. Но говорить о том, что они были активны и там в большом количестве, нет. Да, действительно, археологи находят где-то 78 разных мыз и селений, да, которые были на конец 17 века на территории Большого Петербурга современного, да. 78 вроде много, да, но в сумме людей, которые здесь проживали, около 1000 человек. То есть это практически ничего. Угу. Да, поэтому, еще раз, рыбы здесь мало. Поверьте мне, как мне заказали научную статью «Рыбалка в Санкт-Петербурге». Я поэтому как бы знаю эту ситуацию, да. Рыбы здесь нет. Ну, еще столько рыбаков на льдинах уносят постоянно. От жены убегается. Ну, в принципе, понимаете, да, ну, корешка есть, да, просто, скажем так, в Неве такая большая скорость течения, что рыба здесь просто жить не может, да, такой вот активная там, да, чтобы карась задремал, да. Вот, такого у нас нет. Поэтому разговоры о том, что блокаду все время там рыбалкой там все жили, это немножко не так. Это, к сожалению, фейк. Да, рыбы нет. Рыбы нет, но рыбаки есть. Но рыбаки есть, это очень хорошо, да. А вот, картошки нет, поедатели картофеля существуют, да. Понимаете, да, здесь очень сыро, мокруши разные, болота, да. А вот, озера, речки, ерики, понимаете, да. Здесь хорошо бы, наверное, рис родился, если бы здесь было бы тепло. Но тепла здесь тоже нет, да, поэтому здесь очень редко, да, скажем так, не прокормить большое количество людей. Если столица, то прокормить, потому что столица имеет статус, да, и можно властью заставить. А властью заставить там всех людей сюда приезжать и непонятно чем заниматься не может. Но никакая власть. Ну, все-таки, да, наверное, с какой-то целью определенной. А вот им как-то могут помочь хоть кто-то, что-то. Но в то время это было просто практически невозможно. Ну, тогда хочется вспомнить такой крик души, что же Петр Первый не построил столицу, скажем, где-нибудь в Сестрорецке. Ну, понятное дело, что он меньше всего руководствовался климатическими поводами. Значит, Саш, я здесь могу... Здесь чистая стратегия, оборонная. Как человек, который сейчас пишет учебник, да? Да. Как бы я читаю все сейчас вещи, погружен в это, да? Могу сказать, единственное, почему была построена, какой целью, почему здесь, да, только военная цель, да? И больше никакая, да. Поэтому остров Заячий, на котором можно поставить пушки, да, поэтому в Сестрорецке ничего появиться, в принципе, не могло, потому что там уже были шведы.
То есть шведы контролировали какую-то территорию, вот самое такое северное продвижение в сторону Ленинградской области, Карельская перешейка, это Осиновая роща. Там был поставлен редут, где Осиновая роща, я думаю, вы понимаете, да? Все, дальше уже не наша территория, дальше руководили шведы. Да, потом их выгнали оттуда, прогнали, там и Выборг взяли, и Финляндию, но это было потом. Когда основали Санкт-Петербург, шведы были прямо здесь. И дышали не то, что в затылок, но, во всяком случае, рядом, да? Поэтому только там, где возможно это. Нам надо было контролировать реку Неву и выход в Балтийское море. В Сестрорецке контролировать Балтийское море практически невозможно. Хотя, конечно, пригород хороший. А можешь назвать, как историк, который пишет книгу по истории Санкт-Петербурга, самое старое петербургское здание? Самое старое петербургское здание – это домик Петра Первого деревянный. Это же, наверное, понятно. А вот, что еще старее, скажем так, летний сад. Летний сад, он существовал. Ведь заметьте, Саша, что он же вот парк, а не сад. Ну да. Конечно. А название сад, потому что там фон Крану, шведский аристократ, там, да, у него была здесь мыза, там, свой бизнес, да. И он разведил там сад, яблоки, в меньшей степени груши. Другой у нас не растет. Ну вот, да, и поэтому городская археология, такая вид археологии, очень перспективная, она отличная в Москве, она шикарная, не знаю, в Риме, в Бухаре и Самарканде, да? Ну, а что, в их почве лучше все сохраняется? Ну, у них там 22 метра хотя бы культурного слоя. А говорят, там, что в болотах-то там тоже все даже не портится, оно ну, если там что-то, если только, Саша, там что-то живет, то, конечно, не портится, может, да? Может быть, оно осталось там что-то? Ну, что-то осталось. Золото, бриллиант. Давайте копать. Давайте. Болото. Почему-то желающих не нашлось. Определенно. Так вот, человек, который, ну, не то что основатель, но одна из главных, что ли, фундамент петербургской археологии, это Александр Давыдович Грач. Данилович Грач был такой археолог. Севу Грача, его сына, я думаю, ты помнишь. Да? Да, это его сын. Ну, да. Так вот, он как раз вот раскапывал летний сад первый, да, и нашел там остатки как раз яблонь, по-моему, грушу тоже нашел там и многое что-то еще. То есть, да, в принципе, по дендрохронологии можно все это определить. Спасибо, Сергей. Это была программа «Виват История». Напоминаю, что ваши исторические вопросы вы можете присылать нам по электронному адресу radio@vivat.mail.ru. Либо ищите нас ВКонтакте, в Фейсбуке. И следующий выпуск у нас – ответы на наши вопросы. Да, дорогие друзья, 1 апреля у нас с вами выпуск, посвященный на ваши вопросы. Посылайте их на те адреса, которые сказала Саша, да? Ждем их и попытаемся ответить честно, если знаем ответы. Сергей Виватенко и Александра Ромашова. Программа «Виват История». До встречи через неделю. До свидания, дорогие друзья. До встречи в эфире.